творчество расширяет границы. Именно так считает художник Сайда Афонина. В продюсерском центре премьера состоялся закрытый показ документального фильма «Встреча с художником». Режиссерская работа заслуженной артистки России Натальи Бондаревой посвящена жизненному пути уникальной и талантливой Сайды. Творческие люди, они удивительные. Они действительно с других планет. Потому что когда ты просто настроен постоянно на быт, там, да, вот на что-то, очень тяжело абстрагироваться и что-то представить. Работает Сайда в жанре современного реализма. Творческий путь был тернист. Стойкость и уверенность в своем истинном призвании помогли ей достичь успеха. Теперь она – член Международной федерации художников ЮНЕСКО. Ответственность за свои картины – главный принцип работы. Что вот вас вот в уши вам входит, да, то есть что вам через глаза входит, вот, картинка, слово, не знаю, то есть вот такое вот духовное, да, то есть тем, ну, вот, чем вы наполняетесь этим, вот, из этого вы и состоите. 7 лет ушло на создание документального фильма. Главная героиня практически не участвовала в работе над картиной. Наталья Бондарева держала идею в строжайшем секрете. Режиссер по крупицам собирала информацию, проверяла данные, изучала творчество Сайды. Результат ошеломил. Изучать историю родной страны можно и нужно через живопись. Сайда это испытала на собственном опыте. У одной дочки была проблема в школе с историей, и она не могла запомнить ничего, то есть она не понимала. Каждый параграф мы начали отрисовывать, и она после этого она начала отвечать, говорить, она начала понимать. И вот сейчас я придумала вот эти вот уроки, да, то есть мы теперь можем любую страничку истории отрисовать с детьми. По мнению художника, такой метод обучения позволяет легче усваивать информацию. В рамках закрытого показа Сайда провела мастер-класс. Передать свой опыт и мастерство подрастающему поколению – главная задача. Творческие встречи в продюсерском центре будут продолжены. Следите за афишами. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».